Всем привет, дорогие друзья, с вами Соня. В этом видосе я бы хотел вам рассказать, как же свои синяки спросили. Мы переходим к рассмотру. Вот раскладка для того, чтобы поставить стенку с приседи. Ну, сразу говорю, бывают разные раскладки, но я думаю, больше всего вам подойдет именно эта. Кнопка стенки должна стоять слева лично у меня на 100%. Кнопка приседи должна стоять справа, и она у меня размером 81%. Левая кнопка огня должна стоять в этом радиусе и нажимать на нее левым указательным пальцем. Сейчас вам покажу, для чего стоит ставить так стенки. Смотрите, максимально я ставлю упор стоит. И сидим. Смотрите, какая разница. Получается, вот эту я поставил стоя, а эту сидя. Во-первых, она ближе. Во-вторых, можно вернуться от оттяжки, так скажем. Ну, сначала, во-первых, мы берем стенку, садимся, и идем указательным пальцем, мы нажимаем на стрельбу. Дальше. Мы делаем это все быстрее и быстрее, пока не получится это сделать реально очень быстро. Теперь более подробно я вам покажу от первого лица. Ну, мы, допустим, так и стреляем, берем стенку, садимся и ставим. Ну, все.